Всем привет! Сегодня среда, первый учебный день, и я уже собрана. За мной заедет моя подруга, и мы поедем в школу. Я сейчас спускаюсь, сажусь в машину, мы поедем, возможно, за кофе, а потом в школу. Я переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо. Мы сейчас опаздываем в школу. Да? На первый день. Это Катя. Настя, Митя. Итак, мы уже подъезжаем к школе. Сейчас мы пойдем в homeroom. Это класс, где нам будут выдавать наше расписание. В общем, я хочу рассказать вам немного про то, как прошел мой первый учебный день. Я проснулась в 5:30, в 7 заехала подруга. Мы поехали с ней за кофе в Starbucks. Потом пришли в школу. Я пришла за 2 минуты до начала. Нам выдали наше расписание, рассказали несколько правил. Потом нам нужно было пойти в актовый зал. И там нам делали презентацию для 12-классников. И потом уже началось самое интересное — это уроки. Первый урок у меня был Language Arts, это был класс по английскому. Нам рассказывали тоже все правила по школе. Я там познакомилась с многими ребятами. Учительница была очень классной. И следующий урок у меня был ESL. ESL класс — это где учат английскому, только больше уже как уделяют времени именно мне. Я познакомилась тоже с девочкой, она приехала из Украины. Но она новенькая в этом году. В Америке она уже живет 4 года. Мне моя учительница показала все мои классы, которые у меня будут в этом году. И после я пошла на рисование. И там мне дали тоже как расписание и показывали картины. Это просто было шикарно и очень прям вдохновило меня на то, чтобы заниматься рисованием. А после у меня был обед. И потом у меня был Language Arts за 12 класс, там я тоже много с кем познакомилась. И следующий урок у меня был математика. Там учительница мне показалась очень злой, но потом, когда я с ней начала разговаривать, то она уже была такой милой, приветливой. И там я тоже познакомилась с ребятами, они сказали, что этот класс будет не такой сложный. И самый последний урок у меня был American Government, это американское правительство. Учитель начал спрашивать, откуда я. Я сказала, что я из Беларуси. Он говорит, я знаю эту страну. И, в принципе, сегодняшний день просто был нереально крутой. И я очень сильно переживала перед тем, как идти в школу. Появилось очень много друзей, очень много знакомых. Мне сегодня все, абсолютно все делали комплименты. Ты так красиво разговариваешь, у тебя такой красивый акцент. Вот, так что вот так прошел мой самый первый учебный день. Так, сейчас я хочу вам показать то, что у меня будет в моем рюкзаке на первый учебный день. Начнем мы с ноутбука, потому что он нужен обязательно, чтобы войти в классрум, чтобы посмотреть свои отметки. Он небольшой, и поэтому поместится в рюкзак. Потом я беру 2 книги, потому что у меня 2 language charts, и нам нужно было эти книги прочитать за лето и проаннотировать. И вот первая, вот вторая. Беру с собой листики. Следующая вещь — это калькулятор. У меня есть байндер, куда я буду составлять свои тетради и куда я положу листики. Вот здесь 2 кармашка. Самая удобная вещь. И здесь у меня ручки, карандаши. Это черная ручка. Вот обычные простые карандаши и 2 ручки. И вот еще ластик. Еще вот 100 карандашей у меня есть. В принципе, их хватит где-то на полгода. И следующее — это 3 тетради. У меня небольшой блокнот для того, чтобы записывать какие-то домашние задания, примечания по предметам. Моя школьная папка. И здесь написано, когда начинаются и во сколько заканчиваются уроки. Это пропуски в туалет или если просто хочешь выйти посредине урока.
это вот мое расписание.